Я сегодня буду шопиться с собачкой Чичилавкой. И ну что, Чичилав, пойдем сегодня шопиться? О, мне кажется, тебе надо купить сумку. Правда? Обязательно. Сегодня для своего питомца я пойду в магазин Ашан и там буду покупать для своей собачки какие-то интересные вещички. Магазин еще закрыт, поэтому мы сейчас зайдем в какое-нибудь кафе, перекусим, а потом сразу же в магазин. Идем. Здравствуйте всем! Я продавец Ашана. И мой помощник енотик. Его зовут Сёма. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. А я с собачкой Чичилав пришли в магазин, потому что нам нужно купить для нее сумочку. Хорошо. Вот такой шикарный магазин у нас есть. Вот такая сумочка. Чичи, успокойся. Вот такая сумочка очень подходит как раз даже с расцветом. Посмотрите. Тут такой расцвет, она сама розовая. Тут такой расцветик, как она сама. Так, 300 гривен сумочка стоит. Хорошо. Так, хорошо, это я буду брать. Пожалуйста, занесите на кассу. Потом я бы хотела еще купить. Чичи, что ты хочешь? А ну давай, покажи, что ты хочешь. Сумочку? Сидеть. Молодец, послушная собака. Так, а продавец, я бы хотела еще купить вот эту вуаль. Тоже я ее одену на Чичилав, ей пойдет. Так, вы смотрите, денежки, это уже у нас 320, да? Потом бы я хотела год петуха. Обязательно петушка бы себе хотела купить. Возьмите, пожалуйста, еще петушка. Ну и пока на этом все. Так, рассчитайте, пожалуйста, нас. Чичи, ну сколько можно, а? А ну служить. Ты танцевать хочешь? Ну, конечно. Так, сиди, отдыхай. Посчитайте, пожалуйста. Сколько я должна денег? Четыреста? Да. 400 гривен я должна. Так, смотрим, что у меня есть. У меня сегодня финансов очень много мне выделили. Так, я сейчас даю денежку. Значит, у меня есть 100. Не хочу соточки тратить. Я возьму вот так вот 100. 200. 250. 300. 400. Возьмите, пожалуйста, 400. Спасибо. Так, теперь я заберу, конечно же, все свои покупки. И сейчас мы все примерим сразу же на нашу Чичи. Да, Чичи? А она все танцует у нас. Чичилав и Чичи – это очень прекрасное имя. Чичи, Чичилав. Два выбора. Еще Чи. Чичилав. Чичичка. Чичичка. А как зовут Чичичка вашего питомца? Я уже говорила, Сёма. Сёма. Чичи, ты хочешь с Сёмой познакомиться? Привет. Ой, мне кажется, они подружились. Мне тоже. Такие прикольные. Ай-яй-яй-яй-яй. Даже играется. Ладно, Чичи, нам нужно померить, подошла ли тебе сумочка. А продавец, вы поможете мне, пожалуйста, посадить туда собачку? Да.
Да. Все, теперь, пожалуйста, примерите на нее вуальку. Ой, какая получается красотка. А можно сделать, чтобы так длинно не было? Я сделаю так, чтобы было не так длинно. На коврик положу тут такой коврик. Можно еще за лапочку одеть. Потом вот так еще. Она будет вся розовая. Вот это шикарно! Я зашла в магазин и купила такие классные вещи для моей Чичи. Вот она. Просто звезда! Чичилав, ты звезда! А посадите, пожалуйста, ее в сумочку. Она не влезет, наверное. Ну, если не влезет, мне придется вернуть сумочку. Отлично! Ой! Просто красота вот так получилась! Держать и так пойти. Все, Чичи, пошли теперь дальше в магазин покупать лучше еще какие-нибудь продукты. Идем. О, так, Чичи, мы пришли в другой магазин. Ой, как здесь тоже интересно в магазине. Здравствуйте, продавец. Здравствуйте. Что вы можете мне порекомендовать? Ну, выбирайте. Я бы хотела купить, наверное, я куплю книжку вот эту для своей доченьки. Сколько она стоит? Подскажите, пожалуйста. Ну, видите, вот ценник 40 гривен. 40 гривен, хорошо, замечательно. Можно полистать? Можно, посмотрите, она полностью классная. Очень полезно, там очень классные стишки. Так что... Это очень классно. Угу. Все, я эту книжку беру. Пожалуйста, откладывайте ее. Давайте. Потом я бы, наверное, еще купила вот как раз для своей Чичи. Я бы купила еще мячик. Это сколько он? 30, пожалуйста. 30. И еще, наверное, я хочу купить теплые носочки. Сегодня так холодно на улице. Как вы думаете, продавец, они теплые? Они теплые, но они немножко колючие. Это хорошо, потому что значит колючие, значит натуральные. Так, я еще возьму носочки. Я думаю, что под обычные носочки очень даже будет ничего. Сколько они стоят? Тоже 30. Хорошо, пожалуйста, еще носочки мне запакуйте. Чтоб не чесались у меня ручки, я... Так, вот можете мне в сумочку все сложить? Сейчас я ее пробью, потому что она тоже стоит. Тоже денег хорошо, кулечек тоже стоит. Пробейте, пожалуйста, посчитайте, сколько я должна вам. Ага. Так, продавец считает, а я думаю, что бы мне еще купить. Не, ну на сегодня, наверное, уже все. Чичи, как ты думаешь, мы все купили? Да, наверное, все. Так, сколько там у меня вышло? 107. 107? Да. 107 гривен. Так, считаем. Значит, 50. Давайте 60, 70, 80, 90, 100, 105. 106, 107. Пожалуйста, 107. Спасибо. Так, конечно, эти шопинги. Так, вы мне сложите все в пакетик? Конечно. Хотите узнать, сколько стоит вот этот пакетик? Вот этот, ну, пакетик у нас есть еще пакетики. В кладовке у нас. И мы можем вам достать. Они стоят 7 гривен. Спасибочки. Мне пока этого хватит. Приходите, если вам понадобится срочный клёк, вы можете купить у нас за 7 гривен. Спасибо. Ложим носочки. Ложим книжечку.
Так. И тоже мячик. Спасибо большое. Вы очень добрый и вежливый продавец. До свидания. Так. До свидания. Я чучела поставлю дома, потому что на улице холодно. Пойду-ка я схожу сама в магазинчик, посмотрю, что у нас там есть. Просто такой классный магазин у нас открылся. Я удивлена. Продавцы настолько вежливые, все так быстро считают, все показывают, рекомендуют. Так что я тоже рекомендую вам этот супер клевый магазин. Сейчас я вам его покажу. Так, снова я пришла в магазин. О, я знаю, что я хочу купить. Я хочу купить веночек. Но вот, к сожалению, я хотела бы посмотреть ценник 200 гривен. Хорошо, я бы хотела посмотреть. Уважаемый продавец, а вы не можете на себя примерить веночек, чтобы я посмотрела, как он смотрится? Очень красиво. Я его беру. Так, хорошо, пожалуйста, держите. Веночек я беру. Держите. Значит, следующее я бы хотела еще. Вот я не знаю, я очень сильно, конечно, хочу купить зеркало. Зеркало. И еще, значит, мне, пожалуйста, опять же таки пакет дайте. И, наверное, я еще куплю мобильный телефон, у меня денег не хватит. Я куплю носик. Сделаю сегодня своей дочке тоже приятно. Принесу ей носик. Все. Посчитайте, пожалуйста. Хорошо. Я бы очень хороший совет дам. Вот это перышко, оно очень эксклюзивное. Оно очень эксклюзивное. Оно очень дорогое. И... оно волшебно. Загадаешь желание, оно исполнится. Беру. Хорошо. Все, посчитайте, пожалуйста. С ним надо аккуратно. Если что-то от него отпадет, желание не исполнится. Я вас поняла. Теперь... теперь я сейчас все рассчитаю. Еще совет дам. Для доченьки вашей может быть очень хорошо эти крылышки. Они блестят и очень удобные. Ладно, вы меня уговорили. Давайте. Какие вам? Я две пары беру. Две пары? Хорошо. Угу. Я у вас сегодня куплю весь магазин. Давайте, наверное, мне и робота сразу же, чтобы он мне сказки рассказывал. А вот мобильный телефон я оставляю. На него у меня, ну, никак не хватит. И робота я тоже покупаю. Хорошо. Посчитаете меня? Да, считаю. Посчитайте, пожалуйста. Все деньги, наверное, я потратила сегодня. Но очень хороший магазин и очень хороший продавец. Сколько получилось у меня денег? 752 гривны. Так, сейчас мы посмотрим, сколько у меня есть. 100, 200, 300. Так, тут 300 и тут у меня 200. Всего у меня 500. А вы не сделаете мне скидку? Я могу вам дать деньги, а вы потом мне вернете те же деньги. Какой хороший продавец. Дайте, пожалуйста, одолжите мне. Вы можете мне не возвращать. Я вам дам, и вы не будете возвращать. Давай. Сколько вам надо? Мне еще надо 300. Я вам дам.
Не 300, но больше. Ого-го! 300 я вам не дам, я вам дам больше. Вот. Это просто не продавец, а сказка. Оставляйте себе эти деньги, чтобы у вас были эти деньги. Я вам еще дам половину своих денег. Пусть у вас будут деньги. Пусть оставляйте себе эти деньги, чтобы на ребенка хватало, на вас хватало. Это очень важно. У меня супер. Всем рекомендую этот магазин. Вы соберете мне мои покупки? Да. И, наверное, все-таки я же с вами расплачусь. 100, 200, 300, 400. Как это нет? 500. Не расплачивайтесь. Серьезно? Оставляйте себе эти деньги. Замечательный продавец. Замечательный магазин. Сложите, пожалуйста, мои покупочки мне. Да вам самый лучший пакет. Тут даже кармашек есть. Второй. Сегодня какая-то благотворительность. Ой, порадую я сегодня своего ребеночка. И веночек ему купила, и носик купила. Робота купила. И перо волшебное купила. А перо вы будете нести вот так, потому что его надо нести аккуратно. Давайте. Все, мое перо я взяла. Все игрушки и продукты. И сюрпризы я купила. И спасибо огромное такому классному магазину. Я вам дам в подарок очень хороший телефон. Посмотрите, он полностью работает. Еще и телефон мне подарили. Ну, вообще, наверное, мое желание сбылось, которое в перышке. Спасибо огромное продавцу. Спасибо огромное магазину. Пожалуйста. Приходите еще. До свидания. Пока-пока.